торговля, олень, двигатель, прогресс. Мне такую рекламу это самое нафиг не надо. Да не то заинтересуется, не то отделение. Ну что, Газпром хорошую рекламу. Слушай, короче. Это стерва. Кто? Моя любимая жена. Чего? Опять она творила. Да блядь, все бутылки в помойку уйдем нахуй. Я же говорил, не выбрасывай. Так я ей говорил, я ей повторял, я ногой топал. А ей, видимо, хочется делать наперекор все. Коллекционные бутылки. Да. Не отвлекайся. Помнишь этот анекдот-то? Как эти грузчики в Одесском порту, подожди, которых называли бендюжниками. Подожди, Миш,